Здравствуйте. Я Георгий Георгиевич Костанди. Благодарю организаторов конкурса «Лидеры России» за интересные вопросы. Чему вы научились за последний год? Научился разделять. Из выражения «разделяй и властвуй». Divide et impera. По своей методике. Снимать короткое видео. Печь оладьи. Что вас вдохновляет в России? Вера, надежда, любовь. Меня вдохновляет умение России возбуждать мою любовь к ней. Меня вдохновляет надежда России на, во-первых, эволюционное избавление от идеологии общества потребления с ее пропагандой, рекламой и переходу к коммунистической идеологии. Во-вторых, смену варизма и бандитизма на социализм. А по мере развития робото-владельческого общества построение коммунизма. От каждого по способностям, каждому по потребностям. В-третьих, переход от дикого рынка к плановой экономике. Меня вдохновляет вера России в Бога и торжество высшей справедливости. Спасибо за внимание. До свидания.